Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы играем в растения против зомби. И давайте начнем. Первая будет серия. И я поставил эту игру на Android, поэтому качество видео будет значительно выше. Да, тут графика покрасивее, чем стандартная игрулька, которая была на компьютере у меня. Так, смотри, предлагает нам посадить горохострел. Посадить куда-нибудь. Давай его сюда посадим. Nice, Don. Отличный выбор. Так, отличный выбор. И все по-английски написано. Отлично. Собирай вот такие вот солнышки. Нехорошо. И ты можешь еще посадить одного чувака. Ну это нам объясняют. Просто что горохострелов нужно увеличивать побольше. Это будет очень коротенькое такое вот знакомство. И потом пойдут у нас серии, естественно, на выживание. К сожалению, игрушка, она на английском. Как бы ни на русском перевода не было. Будем играть, ничего страшного. Я по возможности знания своего английского языка буду переводить. Так, финальная волна. То бишь, все у нас... зомбики идут. Какие они смешные зомби. Анимация интересная. И солнышки такие тоже большие. Так, мы открыли карточку. Карточку подсолнуха. Да. У нас еще не было этого подсолнуха. И теперь появилось. Пошли дальше. Ну, это подсолнышек, он делает солнышки. Ух ты. Левел 2. Смотрите, какие уровни интересные у нас. Да. На программке компьютерной такого не было. Поехали. Так, второй уровень. О, сколько зомбиков. Вот эти все зомбики будут сейчас идти к нам в дом хотят, да? Так, садим подсолнушек. Он будет нам вырабатывать так называемые солнышки. Посади 3 подсолнуха. Хорошо. Так. Sunway Flowers. Sunway Flowers называется. Солнечный цветок. Кстати, да, подсолнух, он похож на солнце. Поэтому такая аллегория. Солнечный цветок. Ну, в принципе, 3 подсолнуха, мне кажется, хватит. Сейчас будем садить уже горохострелов. Сейчас мы линию горохострельщиков посадим, и уже, может быть, потом будем еще подсолнуха садить. Но пока, в принципе, там первая волна, она небольшая будет, маленькая. Я не думаю, что нужно будет прям много-много. О! Так, правильное положение посадил горохострела, в принципе. Хорошо, что не поверху пошел зомбарь. Линия обороны у нас готова. Это благо, что у нас как бы тут небольшой такой сад. По земле они идти не будут, будут только идти по траве. Так, ну что, давайте еще одного посадим. Давай снизу начнем. Так, поверху не думаю, что-то еще пойдет. Так, вот вторая волна пошла зомбарей. Так, а нам, может быть, еще посадить еще один подсолнушечек. Да, хотя, в принципе, нет, все, волна сейчас закончится, смысла нету большого тут насаживать этих подсолнухов. Еще немножко и все. Так, что так... Все, волна закончилась, я думаю. Так, большая волна идет, зомби-апокалипсис. Но она быстро пройдет сейчас. Я думаю, секунд за 10, за 15 секундочек. Так, идут зомбики. Давайте мы еще одного посадим сюда. Чтобы быстрее уже расстрелять. И перейти уже на другую серию. Все, один последний остался. Давай я тебе поможем. А, нет, не успели. Так, открыли мы. Так, что это такое у нас? А, это у нас, ребята, вишня. Бомба для зомби. Угу. Так, уровень 3. И нам будет открыт новый растение. Это орех, орешек. Так, также у нас, смотри. Небольшое такое поле. Так, все, сажай, да, без проблем. Садим сразу же подсолнушки. Подсолнушков садим. Так, давай. Еще всю линию засадим.
В принципе, нам подсолнуха хватит. А может быть, еще побольше посадим, не знаю, посмотрим сейчас. Так, пошел уже зомбарь, я не ожидала, что он так быстро прям пойдет. Поэтому копим, копим. Срочно, да. Садим его сюда. Пусть работает, стреляет. Так. Все, ладно, подсолнышко, мы еще один подсолнышко купим, давай. Ладно. Побольше посадим подсолнухов. Так, все, теперь горохострел сюда садим, пожалуйста. А я буду пока солнышки собирать. Так, будет, чем больше солнышек, тем лучше, потому что нам еще, может быть, бомбочку придется использовать. Так, все. Все, хватит нам подсолнухов. Теперь нам нужен горохострел. Так, есть. Все, линия у нас засажена, первая. Сейчас будем побольше садить их. Так, вот следующий. Давай его в серединке посадим. Давай, стреляйте его, убивайте быстрее. Все, готов. Сейчас следующий придут. О, ребята, бригада идет. Зомбики. Ну куда? Качество. Вот я почему и скачала эту игру, потому что именно качество красивее намного. Не такая квадратная, пиксельная. Так, вот уже в шляпе идет зомби. Такой вот у нас бронированный зомбарь. Пока мы шляпу ему не отломим. Он... Повреждения не будут сильно на него. Видишь, у него защита. Вот. Сейчас она упадет, колпак этот. Все. Теперь он беззащитный. Более-менее. Так, ну что, давайте попробуем бомбочку. На бомбочку накопим. А бомбочка дорогая, 150 стоит. Хотя относительно. Относительно недорого. Так, ну где же там большая волна? Сейчас будет большая волна, и мы бомбочку эту используем. Вот, все. Большая волна зомби-апокалипсиса. Давайте ждем, ждем, ждем эту волну. И у нас уже много-много-много денег. И сейчас мы бомбочку взорвем. Пускай уже все выйдут. Так, ну, в принципе, все, бросаем бомбу. И все, мы всех взорвали. И открыли мы орешек, орешек. Есть орех большой, это орех малый. Отличненько. Так, дальше. Четвертый уровень, и у нас подсолнух нарисован. Не знаю, почему подсолнух. Может, там двойной подсолнух откроется? Не знаю, посмотрим. Так, зомбарей много. Опа, смотри. У нас открылось полностью поле. Вот сейчас уже будет, да, большой. Сколько у нас полос? Раз, два, три, четыре, пять. Пять полос. Надо садить быстренько подсолнухов побольше, прям таки. Сейчас мы этим займемся. Чем больше подсолнухов, тем больше будет у нас, так сказать, возможностей. Так, не стал я делать еще один подсолнух. Посадил я горохострел, пускай стреляет. Так, уже смотри, второй идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Сейчас, подожди. Сейчас мы... Все, второй сейчас уже готов будет. Он не успеет дойти. Мы его уничтожим. Так, сколько он шагов делает по клетке? Раз, два, три. Три шага делает по клетке. Так, можно, в принципе, и орех посадить. Например, вот сюда вот. Орешек. Пусть лежит. Ох ты, куда я посадил? Нет, не сюда я хотел садить, ну ладно. У нас даже лопатки пока нету, да, чтобы растения выкопать. Ну ничего страшного. Так, сюда, смотри, сейчас этот орех начнет жрать, надо еще одного горохострела посадить. Так, вот сюда я его посажу, пусть стреляет. Но он сейчас отъедает ореха. Так что, поест. Все, начинает есть орех. Он, наверное, вкусный. Может, и невкусный. Так, вот здесь защиту мы ставим. И я еще подсолнух буду садить, подсолнышков побольше.
Так, может быть, сюда тоже орех посадить? Пусть орех ест. Все, готов. Угу. Бабочку пока не будем использовать. Я буду садить побольше растений. Подсолнухов. Так, давай сюда тоже посадим орешек. Так, мне нужно сюда еще кого-нибудь посадить. Что-то здесь мало у меня. Этих чуваков. Барахострелов. Так, еще подсолнухов посажу. Много лишних не будет у меня. Горохострелов. Пусть побольше будет. Подсолнушков тоже. Так, орешки. Так, эта линия у меня готова. Так, подсолнух еще можно сюда посадить один. И горохострела туда тоже сейчас мы впендюрим. Все, бригада пошла. И можно, в принципе, бомбочку использовать. И они тут все взорвутся. Ну, может, не все, конечно. Но большинство взорвалось. Так, а ну, смотри, эти... Взрыватель там, бомбочка, она долго собирается. Да. Все, лопатку нам дали, смотри. Лопату мы открыли. Да, мы можем выкапывать просто лишние растения. Можно просто теперь выкопать и посадить туда какое-нибудь другое растение. Ну что ж, ребята, дальше будем проходить и посмотреть, что у нас еще откроется. Ну, здесь уровней много. А, всего лишь 10 уровней. Ну, в принципе, да. Потом у нас есть этот день, потом есть ночной режим. Так, ночной режим. Сколько здесь? Тоже 10 уровней в ночном режиме. Пул. Это тоже ночной режим, но нужно пройти ночной режим. Так, это тоже какой-то у нас уровень, дядька. Это вообще непонятно, что такое. А вот это вот еще не придумали разработчики, что придумали бы. Ну ладно, что ж, будем заканчивать серию. Всем большое, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока.